Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие. Вас приветствует Алена Ариес. И сейчас я вам расскажу, что же принесет вам понедельник. А понедельник принесет вам, девочки, какое-то разочарование в финансах. Или ждете вы откуда-то деньги, их не будет, или что-то еще. Но тут еще по дьяволу будьте аккуратны, потому что мошенники не дремлют. Поэтому никому не сообщайте пароль, код, не знаю, все что угодно. Ну, для этого есть специальные каналы на YouTube, если хотите, посмотрите. Так, а еще что в понедельник вам принесет? Прям с утра какой-то мужчина, ровесник или младше вас, будет очень, ну, хотелось бы сказать, прям приставать к вам будет. Вот, это может быть и в переписке, и в реальности. Вот, может быть такое, что даже где-то в общественном транспорте. Прям такой мужчина очень активный. Дальше. Какой-то бывший мужчина еще проявится, девочки. Бывший мужчина или бывший муж проявится. Чего-то он от вас будет хотеть. Что-то ему от вас надо. Так, поездка. Но это ближе к обеду или после обеда. Поездка связана с деньгами. Может быть, почему-то у меня тут идет поездка в банк куда-то. Может быть, или какие-то документы вы будете оформлять, или решать какой-то вопрос с картами, со счетами, что-то. Может быть, лично ваш, или может быть, вопросы по работе или по бизнесу. Вот. Потому что тут я вижу, что прям будете решать что-то. А вот. То есть поедете в банк и будете решать какие-то, может быть, карту вам надо открыть или счет какой-то открыть. А вот, в общем, будете решать вопросы. Ну, вот этот мужчина, который ровесник или младше вас, светленький, причем светленький, рыжий или белокурые волосы, светло-карие или серые глаза, такой активный, целеустремленный, жизнерадостный, может быть иностранец или другой национальности. Могут быть черные волосы, но обязательно с рыжеватым или красноватым отливом. Вот. И вот он и после обеда появляется. Вот прям не хочет он оставить вас в покое. Вот. А вам как-то неприятно его, ну вот не то, что это ухаживаниями не назовешь, а вот какие-то приставания прям. Так, ну, после обеда вопрос с банком решится. Так, вечером давайте посмотрим, что вас ждет. Успокойтесь по поводу денег. Да, может быть открытие счета, на который должны деньги поступить. То есть все решится, деньги поступят ближе к вечеру. Если вам нужно решить или разблокируют счет, может быть у вас заблокировано счет или карты, может быть потеряли счет или карту. Ну, счет невозможно потерять, карту. А вот, ну, в общем, или новую будете открывать, не знаю. А вот, ну, тут вопрос как-то вот со счетами, картами будет решен, и по поводу денег все пойдет как нужно. Вот такой, в общем-то, будет день. Тут основное это решение вопроса, связанного с деньгами, и вот прям назойливые приставания какого-то мужчины. В общем-то, вот такой день. Да, и бывший, какой-то бывший чего-то будет от вас хотеть. Для записи на личную консультацию пишите на Viber, WhatsApp, Telegram по этому номеру. Присоединяйтесь к моему телеграм-каналу, там я провожу прямые трансляции. Ссылочка на телеграм-канал есть в описании к этому видео. И узнайте сами, что вас ждет сегодня, завтра, послезавтра, через месяц, через год, легко и быстро. С моей большой книгой Таро. Просто берете книгу, закажите ее по ссылочке в описании, в моем первом комментарии. Спрашиваете, что меня ждет через 2 недели. Открываете и читаете подробнейший ответ на ваши вопросы. Вообще, девочки, моя большая книга Таро всегда будет с вами рядом. Всегда будет под рукой. Либо она будет у вас в телефоне в электронном виде, либо вы можете распечатать ее, то есть пойти просто
Есть специализированные магазины сейчас, где можно распечатать книгу. Да, если у вас нет таких магазинов, то можно распечатать там, где делают ксерокопии. Вы можете распечатать карманный вариант. И в любом случае, или в телефоне, или в печатном виде, моя большая книга Таро будет всегда у вас под рукой. Вы всегда сможете, то есть в любой момент времени просто сможете получить ответ на любой ваш вопрос. Так что заказывайте книгу по ссылке в описании и в моем первом комментарии. Ну а теперь карта совета. О, Энэ, скачок веры. Пойдите на риск и осуществите сокровенное желание своего сердца. Да, девочки, вот вместе с советом еще пришла информация по понедельнику. Здесь может быть оформление кредита или ипотеки. И тоже все пройдет удачно. Просто тут по времени как бы не быстро получается. Поэтому вот я говорила оформление карты, счета, но это может быть еще и оформление кредита или ипотеки. Все пройдет прекрасно. Самое главное верить. С вами была Алена Ариес. Всего наилучшего. Пока-пока. До новых встреч в новых видео.